На днях звезды российского шоу-бизнеса исполнили заветную мечту миллионов людей, побывав на концерте певицы Бейонсе. Это была закрытая вечеринка, на которую пригласили всего 9 человек из России. В списках оказались Ханна, Нюша, Клава Кока, Ида Галич и еще несколько счастливчиков. Нюша и Ханна появились на мероприятии в роскошных образах в сопровождении своих супругов. Клава Кока вышла на красную дорожку одна, но такой экстравагантный наряд вряд ли позволит девушке остаться в этот вечер без внимания. Бейонсе не выступала почти 5 лет, поэтому событие было поистине долгожданным. Вход осуществлялся исключительно по пригласительным среди гостей, блогеры и артисты со всего мира. Целый этаж был отведен для стилистов, которые готовили звезд к дорожке. Единственная проблема – съемки категорически запрещены. Короче, убираем прессинг, телефоны, идет прессинг. Сумочки. Сказали, никого не пустят. Телефоны всем нужно убрать, вот такие специальные сумки. Поэтому, походу, снимать Бейонсе нельзя. Но, как говорится, правила созданы, чтобы их нарушать. Клава Кока все-таки успела заснять пару кадров для своих подписчиков. На сцене с мировой звездой выступали более 100 человек, а само шоу Клава назвала сочным, эффектным и стильным. Пока весь мир обсуждал гонорар Бейонсе, а это, между прочим, 1,5 миллиарда рублей, Иди Галич не давал покоя вопрос о том, как же поп-диве удалось найти мужа. На момент прохода Бейонсе перекрывались все этажи. И как в таких условиях всемирно известным красоткам повстречать свое счастье? We'll be right back.